Ух Я ты! тяги ноги, мы в коляске. Бежи. Бежи. Беги, мама, вези нас домой, я буду сегодня хорошим малышом. Подождите, у нас уже есть ребенок, мы не можем. Гляньте, как мы высоко под небо подпрыгиваем. Ребят, вы любите батуты? Я очень люблю батуты. Привет, друзья! Всем привет, друзья! Мы сейчас поиграем с вами в Roblox Adopt Me. Кем будем? Смотрите, вот у нас Adopt Me. Нажимаем кнопочку Play. Нажимай. Так, ну кого выбираем, давай бэбики взрослого. Или взрослого? Давай взрослого. Давайте чуть-чуть побудем вначале взрослым, а потом попробуем, что такое быть бэбиком. Говорят, что вроде взрослому все двери открыты, а малышу нет. А, welcome to Adopt Me. Нас тут приветствуют, нам предлагают сразу прикупить денежек, так как, я так понимаю, растраты на малыша будут большие. Друзья, кто любит именно эту игру в Роблоксе, ставьте свои пальчики кого вверх. Возьмем? Не знаю. Давай. Ой, смотри, нам на голову Вика свалилась. Давай тогда Вику и возьмем. Так, привет. Будешь нашим ребенком? Смотри, она к нам на руки просится вроде бы. Ну, давайте, хорошо. Я думаю, наш первый малыш готов. Congratulations. Нас поздравляет, что мы создаем семью. Так, Вика, иди на руки. Давайте Вику поносим. И посмотрим, что здесь за зоны. Может быть, здесь какое-то обновление пришло. И что-то интересненькое появилось. Так, ну что вы, ребят, а вы больше за кого любите играть? За бэбика или за родителя в этой игре? Валеришка, а тебе какая больше понравилась? За родителя. За родителя? А себе? Не знаю, я сейчас сравню, я ни разу еще не играла. Я так, тоже. Подожди, Вика, ты куда? Вика! Что за ребенок? Куда ты убегаешь? Что-то она куда-то просится. Вика! Так, Вика наша сбежала, поэтому мы пришли себе выбрать ребенка, который не сбегает. Так, во. Кто там к нам еще просится? Вон. Ой, давай, может, мальчика возьмем или девочку? Давай, кто к нам попросится, тот и возьмем. Ну, девочка к нам первая попросилась. Так, Банни Бон-Бон. Ну, пойдем, Банни Бон-Бон. Какое у тебя имя интересное? Друзья, присоединяйтесь к нам. Кто играет в Roblox, добавляйтесь в друзья. Давайте создавать свои какие-нибудь интересные и играть вместе. Так, ну что тут у нас, Валеришка? Давай в бэби-шоп. Давай. Давай, Валеришка, да. Кто там у нас? Непонятно. Что оденем? Колясочки. 100 баксов, блин, как дорого. Блин, а ребенка дорого содержать? Боже, сколько денег надо. Банни, так, я надеюсь, ты уже у нас постарше, тебе смесь не нужна, и коляски тоже. И манежа, ты уже взрослая. Так, давайте, наверное, посмотрим, что у нас еще в этом магазинчике. Угу. Ой, ночь наступила. Когда наступила ночь? Так быстро уже потемнело. Только вышли, уже ночь. Вообще, что за день? Так, а ну смотрим, что здесь, ух ребят. Ты. Так, здесь ты у нас будешь заниматься спортом. Магазин. Да, ну какой-то магазин, ребят. Смотри, ну тут медведи, правда, зачем-то. 50 баксов, медвежонок. Зачем тебе медвежонок? Так, смотрите, она у нас немножко еще. А, I wanna go home. Она хочет домой. Хорошо, ладно, пойдем искать дом. Только сейчас мороженку-то, наверное, перекусим. А, ну что это? Да, правильно, это мороженое! Ребята, ура! Кто любит мороженое, я. Пишите, какого вкуса вы больше всего любите мороженое. Кто любит мороженое, ставь лайк! Я покупаю мороженка своему малышу, надо же его покормить. Вообще, а да? То у него показатели уже уменьшаются сильно быстро. Так, смотрите, здесь какое розовое, фиолетовое, зеленое, синее. Я бы сейчас съела все мороженое. Я тоже. Блин, я люблю очень. Так, поплыли, короче. Поплыли, ребенок, ты там не тонешь? А как мой ребенок плывет? Валерий, как ребенок наш плывет? Он там под водой гребет. Так, пошли его на детскую площадку загребем. А, не могу выползти, блин, наконец-то. Пойдем на батуте поплывем. О, а ну пойдемте. Так, ребенок, о, наш ребенок прям сбежал с рук, побежал тоже на детскую площадку. Я сама пойду на батуте попрыгаю. Неужели только детям можно? Нет? Так, ребенок, пошли на батут. Так, она, ребенок наш пришел на батут, и мы с ним. У-ху! Гляньте, как мы прыгаем. Фаст! Блин, круто! Смотрите, фан наш, да, заполнился полностью. Он уже, наш ребенок счастливый. Ура! Круто! Он на, Валеришка, попрыгай. Он хангри. Так, он голодный еще у нас при этом? Ух ты! Тут кто-то, пока мы прыгаем, просится нас еще удочерить или усыновить. Подождите, у нас уже есть ребенок. Мы не можем. Гляньте, как мы высоко под небо подпрыгиваем. Круто, ребят, вы любите батуты? Круто. Я очень люблю батуты. Так, смотрите, какая громка огромная. Пойдем горка. Скатимся. Да не, пойдем, знаешь, куда? Куда?
Надо ж дом искать. Где ребенок? Эй, ребенок, хватит, нагулялся, пошли домой. Нам надо еще квартиру себе купить и обустроить. Хватит там прыгать на батуте. Пошли попрыгаем дома. Выходи с батута. Няня, она не слушается. Мамочка, я еще хочу попрыгать. Можно я еще немножко попрыгаю? Сколько можно прыгать? Вставай уже, пора домой. Ну, можно я еще немножечко попрыгаю на 5 минут? Как обычно, да, вы проситесь у родителей? Я хочу еще немножко погулять. Пошли, нам надо домой. Обедать пора. Хватит прыгать. Так, где она? О, все, пришла она ко мне на руки. Пойдем, Бани, Бон-бон, Бун-бун. Как тебя зовут? Бон-бон. Буни, Бун-бун? Ну и имена интересные такие. Так, что у нас здесь? Available for rent. $100 арендовать дом? Нет, пойдемте подешевле найдем квартиру. Так, смотрим, что в этом доме? О, никто не живет. Все, мы можем здесь купить себе квартиру. Так, пойдем вниз? Не, в подвале жить не хочется. Валерий, где ты хочешь жить? Наверное. Повыше? Да. Давайте куда-нибудь хочу повыше. Жить на втором этаже. На втором, давайте, а ну глянем. Available for rent. $50. Хорошо, берем. Друзья, у нас есть квартира. Смотрите, прям наше имя появилось. Что квартира наша. Итак, что у нас здесь есть? Это диван, кресло. Это первая комната. Ну, это наша, да. Пока начальная. Не апартаменты шикарные, но тоже неплохо. О, даже двухкомнатная квартира, ребят. Даже трех, я бы сказала. Где там ты трех, ну, увидим? Ну, давай глянем, вон. Что еще. Ночь наступила, ребенок наш все гуляет. И ребенок наш куда-то подевался, по-моему. Ребенок! Hi, Валеришка Сим, can you bot? Кто-то уже к нам еще попросился. Ди-джи-джи, ну и имя у тебя. Ага. Слушай, вы пришли, по-моему, чужого ребенка взяли и пошли домой. Help! Hola! Это какая-то, по-моему, на каком это языке? Испанский, итальянский? Английский. Нет, точно не английский. Блин, ребята, ну, короче, мы взяли какого-то другого ребенка, наш ребенок где-то загулял и ушел. Блин, слушай, как интересно, и так по-настоящему, да, друзья? Да, так, смотрим, куда мы... Мама, теперь я поняла, что это значит быть взрослым. Тяжело, они постоянно убегают. Ты видишь, какие дети? Надо еще свой дом найти. Ребят, где наш дом? Где написано Валеришка? Есть? Да. Вот, все, мы нашли свой дом. Отлично. Ну что, попробуем быть бэбиком? Да. Давайте. Посмотрим, что такое быть ребенком. Ну, гляньте, какие мы маленькие. Валерий, глянь. Блин, прикол, смотри, какой я малыш. А как я бегаю, вы видели? Я вот тут сижу у себя в манежике. В очках такой, модный ребенок. Ну что, нас кто-то уже забрал? О, пошли, знаешь, пока там никого нас не забрали, может, поедим что-то? О, пицца! Пицца, ребята! Пицца, кто любит пиццу? Пиццу! Валерий, ты любишь пиццу? Да, люблю. И я люблю пиццу, друзья. А с чем ты любишь пиццу? Напиши, что ты любишь да. в пицце. Валерий, ты любишь тесто в пицце? Я тебе сколько не кладу начинок? $5? Ну ладно, давайте купим. Ты все равно потом себе накладываешь, все это убираешь начинку, съедаешь одно тесто. Нет. Да-да. Я люблю с кетчупом. Да, тесто с кетчупом. Вот тебе кетчуп на. Что еще в пиццу положим? Колбаску. Колбаса зеленая, как думаете, что это? Перчик. А может огурец? Ну не знаю, ребят, по-моему это что-то интересное. Да, ну, давай есть. Давай пиццу, а ее как пожарить надо, либо уже она готовая у нас? Готовая. Да? Ну, вроде готовая, ребят. Надеюсь, мы не сырую едим. Привет, подружка. Не прыгай мне по голове, пожалуйста. Сейчас мы пойдем пиццу кушать. Так, куда сядем? Какие стулья огромные. Все для родителей придумано. А детям где сидеть? Так, ладно, давайте вот там где-то... В уголочке. В уголочке можно сесть. Эть-эть. Вот сюда садимся. Поедим нашу пиццу в пиццерии. Так. Все. Я очень люблю, кстати, пиццу с ананасами и курицей. С ветчиной и огурчиком. А я люблю с колбасой. Так, ну что, пойдем с кем-то поделимся, может быть, пиццей. Никто не будет. Ну и ладно. Ну что, мы пришли опять назад, чтобы нас кто-то удочерил. О, нас какая-то Арла 1982 забрала. Ну что, попробуем, что такое все-таки быть с мамой. А, она меня уронила. И на коляску посадила. Я что, такая маленькая? Она нас в коляске будет катать. Ничего себе. Круто, мама, ничего не делаем, это надо заснять. Слушайте, ну не знаю, лежишь себе в коляске. Ля-ля-ля, я тут лежу, маленький малыш.
Пойдем куда-нибудь покатаемся. Надеюсь, ты меня в воду не уронишь. Гляньте, какие мы смешные и забавные. Друзья, так что давайте поиграем в следующий раз вместе. Да. Придем в эту игру в назначенное время. Пишите в комментариях, когда. И назначим друг другу свидание, да? И кто-то будет с нашей мамой, кто-то будет малышом. О, привет, дружище! Что это у него такое, какой-то велосипед прикольный. Ух, гляньте, какие ноги, мы в коляске. Беги, мама, вези нас домой, я буду сегодня хорошим малышом. Не будем убегать от нее? Нет. Ну, хорошо. Друзья, вот такая у нас прикольная игра с этим Adopt Me. Кому нравится, пишите в комментариях, мы в нее еще раз поиграем. Ну что, кем тебе больше понравилось, ребенком или мамой? Мамой. Мамой? А ребенком слишком, да, сидишь себе, там тебя кормят, ну тоже классно. Друзья, мы вас очень любим. Любим. Пока-пока. Пока. Вы у нас самые. Лютие. Пока.